Сержант считает, что я неровно стою. Я дошла до ручки. Вы видите мой свет? Здесь. Вы какой-то грустный и на себя не похожи. Малкольм, ты тупой придурок! Мне надо уехать. Если ты собираешься это сделать, сделай это на полную. Я серьезно. И куда вы собираетесь отправиться в это свое путешествие? Я думал про Китай. Китай. Потрясающе. Вы заказывали сиденье с памятью? Я забыл. Правда, что ли? Бизнес или отдых? Хочу узнать, что делает людей счастливыми. Давай я покажу тебе счастье. Гектор, иди скорее. У нас заработал скайп. Заработал скайп. Гектор? Клара, посмотри, где я. Я в монастыре. Если мы избегаем несчастья, это не ведет нас к счастью. У тебя есть все карты, Гектор. Гектор! Майкл, бог мой! Привет, я в Африке. Мальчики. На дорожку конфет лукошка. Осторожней, письмо! Почему ты здесь? Я изучаю состояние счастья. Мне это нравится. Меня похитили! Ты домой возвращаешься? Нет еще. Отлично, буду жить свою бесполезную жизнь. Уже знаешь, куда поедешь дальше? Лос-Анджелес. Агнес. Незавершенное дело. Ностальгия нынче не та, что раньше. Ты зря времени не теряла. Сколько из вас могут вспомнить моменты с детства, когда мы переживали счастье как состояние бытия? Я ведь любила тебя, Гектор. Тот самый момент, когда все в нашем мире и снаружи, и внутри было правильно. Наша задача не столько поиск счастья, сколько счастье в процессе поиска.